Черт! Мать что? Вашу! Что там? Здесь горы трупов. Тихо. Горы трупов, ты понимаешь? Успокойся. Что здесь происходило? Что с ними сделали? Чьи это трупы? Просто выберись оттуда и отправь документы. Уже после мы сможем разобраться, что это за место. И очередные трупы на совести конгломерата. Кто здесь? Поговори со мной. Давай, я найду тебя, и мы поговорим. Thank you.
конец! Я отправил документы. Буду ждать доставки. По поводу того, что ты видел, кажется, я знаю, что происходило с этими несчастными. И? Что же? Те трупы, которые ты находил, вывозились с территории М2. Трупы в колбах. Как бы ужасно это ни звучало. Из них выцеживался мох, который образовался после входа в конвертатор и преобразования в объект 147. Постой, из людей делали безумцев? Да, но не совсем. Скорее, это был уже непригодный материал для опытов, из которого они пытались получить какую-то выгоду. Боже, зачем они использовали подопытных? Для тестов конвертатора нужны живые люди. Не уверена, знали ли об этом в правительстве Советов. Но НС-овцы наблюдали, как на подопытных влияла конвертация. Это преступление, убийство, и мы должны рассказать всему миру об этом. Я подготовлю все необходимое. До связи. Доброволец, на связи 11-й. У нас есть срочная задача. На одном из секретных объектов конгломерата была... Пошел нахер! Что ты сказал? Иди к черту вместе со своим конгломератом. Понятно объясняю? Как слышно, ублюдок, я все знаю. О М2, о подземке, о ваших издевательствах над тысячами людей, смерть которых лежит на вашей совести. Об этом узнают все. Доброволец, довожу до тебя, что клевета и оскорбление в сторону конгломерата жестоко карают. Ага, конечно.
Элеонора, нужно действовать. У тебя есть план? Да, я подумала, что можно сделать. Связалась с тем торговцем, который нас познакомил. Нам нужно на пик граничного. Это мощная радиовышка с пунктом управления. Только с граничного мы сможем провести ретрансляцию на весь мир, так как материк полностью глушится. Что мне нужно сделать? Для начала пробраться на территорию радиостанции. Она в квадрате G5. Хорошо, буду на связи.